Глусина Нариана Арменовна, 2В класс, Майская средняя школа. Это мой прапрадедушка Григорян Арменяков Чатурович. Он родился в 1903 году, прошел всю войну до Берлина, награжден медалью за боевые заслуги, за то, что в бою 4 мая 1945 года в районе города Кетцен, действуя за стрелка в боевых порядках пехоты, уничтожил огнем из автомата 7 немецких солдат и офицеров и с помощью товарищей взял в плен 9 немецких солдат. Мы помним его и очень гордимся его подвигами. И каждый год 9 мая чтим его святой.